Здравствуйте, меня зовут Лизавета Зеленина. Я сотрудник библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина в Санкт-Петербурге. Сегодня я хотела бы прочитать для вас стихи о свободе Марии Волковой. Запись сделана в рамках мероприятия «Лирика свободы» к юбилею Сахарова. Можно обойтись без многого, сжаться в ком, себя урезать в пище, коль придется и медвежье логово обратить в случайное жилище. Можно бросить и друзей, и почести, взяться за работу не по силам, изнывать в жестоком одиночестве, без того, что раньше было милым. Можно жить с глухими и незрячими и привыкнуть к деревянным лицам. Можно в вечных стычках с неудачами все же до конца не надломиться. Надо только, чтоб в дороге голову окружал бодрящий ясный воздух, чтобы взор от странствия тяжелого отдыхал на солнце и на звездах, чтоб могли отстроить руки наново, жизнь светлей на опыте ошибок, чтобы сердце в выборе желанного не давило каменная глыба.